Хоккейный клуб «Адмирал», казалось бы, уже закрыл сезон и сейчас находится на заслуженном отдыхе. Однако новостей о приморской команде, кажется, стало только больше. Кадровые перестановки, финансовые проблемы, цены на билеты. Обо всем этом на небольшом брифинге рассказал вице-губернатор Приморья Павел Серебряков. Первое, что интересовало прессу – роль Заирбека Юсупова в «Адмирале». На посту президента клуба Юсупов проработал чуть менее 4 месяца и вдруг оставил должность. Вице-губернатор отметил, что за это небольшое время специалист успел сделать немалое. Заирбек Камильевич погрузился в работу, понимая ситуацию в клубе, финансовую ситуацию в клубе. По-партнерски он полностью включился в оперативную деятельность и по факту взял на себя руководство клубом фактически по решению кризисных ситуаций, как мы все знаем, долговую нагрузку. Новое руководство, пришедшее осенью, хоть и смогло спасти клуб от краха, однако особых улучшений ситуации ни фанаты, ни даже руководство КХЛ так и не дождались. В лиге знают и о непогашенных долгах по зарплатам, и в целом о финансовой яме, в которую попала команда. Поэтому только чудо спасло приморцев от вылета из КХЛ. Как известно, «Ладу» и «Югру», например, уже исключили, потому что обе оказались последними в таблице. «Адмирал» же был в 2 шагах от подобного исхода. А между прочим, КХЛ планировали как раз убрать еще кого-нибудь. У кого либо с финансами туго, либо с результатами. Сейчас идет подбор главного тренера команды, самой команды, вот, исходя из, ну, во-первых, финансового, то, что у нас есть. На сегодня взята стратегия на омоложение команды, на подбор молодых, дерзких, которые готовы не за зарплаты, а за собственное имя, за имя края, отстаивать интересы своего клуба. К слову, на молодежь действительно будет сделан немалый упор в этом году. Например, есть задумка дислоцировать молодежку «Адмирала» – хоккейный клуб «Тайфун», так как сейчас его домашняя площадка находится в Уссурийске. Благо, деньги на подобные реформы все-таки будут. Бюджет, по заверению партнеров, не уменьшится. А клуб, в свою очередь, начнет использовать его более рационально. Дорогих и опытных игроков, которые, к слову, покинули команду осенью, теперь уже будет иметь непозволительно. Администрация края, группа «Сумма» в целом тратит на хоккейный клуб по 400 миллионов. Вот. Плюс у клуба есть небюджетный доход за счет использования фитисов, арены и так далее. Ну вот будет проведен попечительский совет клуба, и, соответственно, бюджетные сведения будут представлены учредителям, и бюджет на следующий сезон будет сформирован, тогда, наверное, можно будет об этом говорить. Ну и, наконец, позаботится «Адмирал» и о фанатах. Стоимость абонемента на следующий сезон по сравнению с прошлым годом снизится в среднем на 30%. Теперь приобрести билетные книжки можно будет по цене от 6750 рублей. Вдобавок, возможно, перестанет существовать такое понятие, как VIP-въезды, и все болельщики смогут заезжать на парковку как угодно. Поэтому к новому сезону приморский клуб будет готов. Осталось лишь решить, кто именно теперь будет представлять лицо команды. Максим Яковлев, новости спорта на 8.